Здравствуйте, ребята! Вот веселый осьминожек. Он имеет много ножек. Ну а сколько их всего? 8 ножек у него. Сегодня мы с вами будем делать веселых осьминожек. Для этого нам понадобится цветная бумага, ножницы, простой карандаш, клей-карандаш и деревянная палочка. Берем лист цветной бумаги, складываем пополам, хорошо проглаживаем линию сгиба, раскрываем и разрезаем по линии сгиба. Получилось две половинки. Одну половинку пока уберем, она нам потом понадобится. Вторую складываем вдоль пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Раскрываем нашу заготовку и режем по линии сгиба. Две полосочки у нас уже готовы. Остальные нам необходимо еще разрезать. Разрезаем по линии сгиба. И вторую половинку тоже разрезаем по линии сгиба. Вот у нас получилось 8 полосочек. Сейчас нам необходимо только 6. 2 откладываем в сторону. Полосочки будем склеивать между собой посередине в форме снежинки. Снежинка готова. Теперь будем делать кружочки. Смазываем нижний край полосочки клеем и приклеиваем к верхнему. Получился круг. То же самое проделываем со всеми остальными полосочками. Нижний край смазываем клеем, приклеиваем к верхнему. Получается кружок. Мы склеили все полосочки, у нас получился шарик. Берем две полосочки, которые мы отложили, и вторую половинку нашего листа. Складываем вдоль пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Разрезаем по линии сгиба. У нас получилось 2 полосочки, остальное убираем, нам не понадобится. Для ножек нам нужно только 4 полосочки. Склеиваем полосочки посередине в форме снежинки. Ножки осьминога готовы. Теперь необходимо приклеить голову. Берем нашу первую заготовку, шарик, и приклеиваем к ножкам. Накручиваем каждую ножку на деревянную палочку. Накручиваем не до конца. Веселый осьминожек почти готов. Осталось ему сделать глазки и ротик. Берем листочек белой бумаги,
складываем пополам, обводим любой небольшой предмет круглой формы. И вырезаем. Это будут глазки осьминога. Получилось сразу два глаза. Затем берем листочек цветной бумаги, складываем пополам, рисуем кружок немного меньше, чем белый, и вырезаем. Снова берем листочек белой бумаги, складываем пополам, рисуем совсем маленький кружочек и вырезаем. Склеиваем поочередно все заготовки для глаз. К белому кружочку приклеиваем цветной кружочек. Затем приклеиваем самый маленький беленький кружочек. Глазик готов. То же самое делаем и со вторым. Приклеиваем глазки к голове осьминога. На красном листе бумаги рисуем улыбочку и вырезаем. Приклеиваем рот к осьминогу. Веселый осьминожек готов! Ребята, предлагаю сделать вам с друзьями ярких, веселых и разноцветных осьминожек. До скорой встречи!